Батыревский районный суд Чувашской республики вынес приговор в отношении бывшего главы Батыревского сельского поселения. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 4 года с испытательным сроком на 3. Виновный не может занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Следственным отделом УФСБ и судом установлено, что фигурант дела в октябре 2014 года продал своей близкой знакомой из муниципального жилищного фонда поселения земельный участок и жилой дом с надворными постройками за 65 тысяч рублей. Ранее указанное недвижимое имущество сельским поселением было приобретено по муниципальному контракту исключительно для предоставления по договорам социального найма многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей. В результате противоправных действий районному бюджету нанесен значительный имущественный ущерб в размере более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.